Вопрос. Применима ли соционика к другим расам? Имеется в виду раса белая, черная, желтая, видимо, это. Ну, смотрите, мы контактируем с разными представителями разных народов, этносов и рас. И везде соционика работает, никто никогда даже не поднимал такой вопрос, что в какой-то расе там по-другому это. Вот я имею в виду, что типы другие. Типы те же самые, но, безусловно, надо учитывать не столько расу, наверное, сколько менталитет той страны, где человек живет и изучает соционику. Обращались к нам, например, люди из Китая, сами китайцы, да, через перевод изучающие соционику. Вот они, многие те вещи, которые я на занятиях обсуждаю, они говорят, нас тоже так же, как и у вас, вот, и что надо для этого делать, и даже свои предложения вносят. Так что я даже, по-моему, отвечал на вопрос от китайского соционика, вот, по этому поводу. Так что раса здесь никак не влияет на типа.